Привет! Сегодня я с Морганом Фрименом постараюсь помочь вам выбраться из болота цифровой зависимости. Морган Фримен – известный американский актер и режиссер, лауреат премии «Оскара», «Серебряный медведь», а также 2 «Золотых глобусов». А также Фримен известен своим характерным, спокойным, глубоким голосом и мастерством рассказчика. А это я, доктор Зилман. Привет! Раньше я удивлялся, и меня тревожил вопрос, почему на мои видеопосты минимум просмотров. Сейчас оно меня не трогает. По сути, мои видео смотрят единицы, но, по-видимому, самые качественные люди. Мне стало понятно, мой баронский титул явно раздражает толпу. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well... В действительности, я не Морган Фримен, говорит Морган Фримен. То, что вы видите, это нереальность. Скорее всего, вы видите мой клон, и я не являюсь человеком. А что в вашем представлении является реальностью? В современном социуме информация, получаемая в интернете, воспринимается людьми как реальность. Но это глубокое заблуждение. Подавляющее большинство людей, пользователей интернета, практически уже не могут отличить искусственный интеллект от реальности. Трансформации и манипуляции, происходящие на экране, вводят людей в транс, и массы челов превращаются в цифровых рабов. Смотрите, сейчас я вам покажу, как это делается. Вот так просто это делается технически, и вы становитесь зависимыми от искусственного интеллекта и от ботов. А потом начинаются галлюцинации, и из ниоткуда появляется Георгий Гурджиев и я, доктор Зилман. Тут я являюсь в образе профессора Оксфордского университета и говорю словами Чарльза Буковски: «Some people never go crazy. What truly horrible life they must lead». То есть люди настолько скучны, что они даже не могут нормально сойти с ума и создать себе что-нибудь в жизни реальное, веселое. И с этого момента начинаются опасные психические расстройства, и люди надолго попадают в глубокую депрессию, из которой потом невозможно выбраться. Люди планеты Земля, к вам обращаюсь я, The Architect. Сегодня я взял другое имя, Сэм Зилман. Вообще я из Матрицы, я The Architect. Я буду с вами говорить прямо. Вы имеете большие проблемы. Вы имеете большие проблемы. Но вместо того, чтобы решать на Земле здесь свои проблемы, вы создаете конфронтации и войны, и постоянно убиваете друг друга. А почему вы это делаете? Да потому что у вас испокон веков есть магнетическая тяга к фантикам, которых вы называете деньги. И я специально для вас провел эксперимент. Думаю о накоплении денег и зеленею, и с вами такое будет. А сейчас перейдем в зону позитива, и я расскажу вам о своем общении в интернетных социальных сетях. Я считаю, что живое голосовое и визуальное общение намного важнее, чем печатное. Например, в Фейсбуке один успешный бот представляется Николаем Васильевичем Гоголем, а моя статичная фотка показывает, что я Санта-Клаус. Да, и все мне верят. Потому что я могу это доказать. В виртуальном пространстве некоторые ягнята могут показать себя как красивого молодого человека. А для того, чтобы определить, кто овца, кто человек, кто волк, а кто баран, я время от времени делаю звонки в личке. Редко кто отвечает. Я понимаю, что есть люди интроверты, есть экстраверты. Несколько из моих друзей в Фейсбуке дают прекрасные печатные тексты, а вот разговаривать не хотят. Ну, в этом-то, в общем-то, весь вопрос коммуникаций. Именно потому, что люди такие разные, и возникают глобальные вопросы и конфронтации. И заканчивается все это, видите, вот этими Z, которые превратили в фашистский знак. Таким образом, вопрос Гамлета, поставленный 500 лет тому назад, «To be or not to be?» – «Быть или не быть?» – остается актуальным и в наши дни. Я продолжаю свой экспериментальный видеосюжет и показываю, что, изменяя образы и музыку, можно влиять на настроение зрителей.
Этот вид творчества является моим хобби. А теперь представим, что же делают профессионалы за деньги. Вы это видите и слышите каждый день. Они занимаются гнусной пропагандой. Старшее поколение прекрасно помнит, как при совке рассказывали про западную жизнь, особенно про Америку. Это примерно то же самое, как путинистская пропаганда вещает сейчас. Мистер Твистер, миллионер, едет туристом в СССР. Агибийские гопники настраивают свое население, чтоб те готовы были зуб родной вырвать, лишь бы насрать всем соседям. Гибийский бандитский Петербург всем составом переехал в Москву и объединился с местными бандитами. И всю остальную рашу-парашу они превратили в рабов. Правильнее сказать, не превратили, а просто вернули их в их привычное вековечное состояние. А теперь я вам дам немножко отдохнуть от моих комментариев. Просто посмотрите мою жизнь в Пенсильвании, и вы поймете, что это тоже не так уж легко. Каждый день приходится чистить и смазывать оружие, потому что всякое бывает. Это только кажется, что тут в Америке доллары на деревьях растут. Их надо отстреливать. Понятное дело, это шучу я так, но в каждой шутке есть доля шутки. А остальное правда, конечно, чистая правда. А в конце этого видеосюжета, чтобы увести вас от дурных мыслей, я покажу вам свой талант классического оперного певца. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Ленковала, паяцы. В этом видеосюжете я гротесково показал, что делается на новостных информационных каналах во всем мире и как ведут себя говорящие головы. Здесь, конечно же, я показал это в юмористической форме, а они грузят не по-детски. Пока, пока.